Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас розыгрыш от компании «Шуйский текстиль». Выигравший первое место может выбрать расцветку из 5 постельных комплектов, выигравший второе место из 4 оставшихся и третье из 3 оставшихся. Условия конкурса были таковы. Сделать репост в Одноклассниках или ВК и оставить комментарий под видео здесь с ссылкой на свою страницу. То есть комментарий без ссылки на страницу будет недействителен. Хочу напомнить для тех, кто не выиграет, не забывайте, у меня есть промокод Махонова, который вводит в специальной графе, вам делают 15% скидку и бесплатная доставка от 3000 рублей весь октябрь для Центральной России. Для остальных регионов есть вся информация на сайте. У Шуйского текстиля есть свой сайт, Инстаграм и Контакт. Вся информация находится под видео, и под этим видео я поставлю тоже, так что заказывайте, не пожалеете, очень классные комплекты, качество обалденное. Ну что, поехали. Пока комментарии загружаются, я вам хочу сказать, что подарки я отправляю за свой счет. Никаким мошенникам не верьте, что, например, там 390 рублей какие-то за доставку постоянно в розыгрышах, это есть. Это мошенники, вы переведете деньги, вам ничего не отправят. Я отправляю за свой счет. Так, ну что, кто у нас первый победитель? Анастасия Лиман или Лиман. Извините, если что, я с ударением не знаю по фамилиям. Так, Анастасия Лиман, Самсонова. Вот, Самсонова я правильно думаю, ударение поставила. Ищем репостик мой. Розыгрыш был 7 или 8, вот он, есть. Так, поздравляю. Поздравляю Анастасию. Так, поехали второго победителя. Это было первое место, вот это второе. Я не знаю, как мне сделать. Может, мне нажать просто? Ура, ура, что-то открывается. Так, Юлия Сиднева. А тут у нас кто? Сид Юля, да. Это все тоже. Вот он у меня, мой розыгрыш. Так, поздравляю, Юлия. Вы заняли второе место. Давайте посмотрим третье. Так, Оксана Боярчук. Если что, извиняюсь опять за ударение. Посмотрим. Репост. Есть репост. Написать я ей, надеюсь, смогу. Да, смогу. Поздравляю вас. Победители нашлись. Слава Богу. Так, третье место Оксана Колосова Боярчук. Так, второе место Юлия Сиднева или Сиднева. А, третье. Первое, вернее, место Анастасия Лиман Самсонова. Девчонки, в ближайшее время я с вами свяжусь и узнаю у вас адрес, куда отправлять и какой вам комплект нужно отправить. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. Думаю, у вас будет еще шанс. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.